Logitech G940 позволяет представить, что ты в кабине пилота. Тут есть и рукоятка управления, и педали, и рычаг тяги. Самое главное в наборе – джойстик. Это удобная эргономичная рукоятка управления, закрепленная на увесистом основании базе. Сама рукоятка анатомической формы, ход легкий, использованы бесконтактные датчики Холла. Основные элементы управления находятся на самой рукоятке. Для удобства на базу вынесены еще три колесика, на которые можно назначить оси. На обратной стороне базы находятся разъемы для питания, подключения педалей и тяги. Педали в комплекте выполняют функцию руля высоты и пригодятся при совершении защитных маневров, посадке, пилотировании вертолета. Они выглядят довольно впечатляюще. Это средние по размеру металлические рычаги, работающие по аналоговому принципу. Жесткость можно настроить специальным винтом. Закреплены рычаги на массивном основании, которое крепится на полу за счет резиновых ножек, а также дополнительного фиксатора. В комплект входит рычаг управления тягой. Он состоит из базы и крупной раздваивающейся рукоятки. Для управления летательным аппаратом с несколькими двигателями ее можно будет разделить на левый и правый рычаги тротлы и получить разнотяг. Механизм оснащен системой блокировки реверса и регулируемым натяжением. На правом рычаге находится элемент управления. Кроме того, на базе есть еще 8 программируемых кнопок с подсветкой –